актуальный вопрос, многие интересуются, как бороться с осенней депрессией. У меня есть телефон, все есть. Помните, вот, наверняка, кто у кого есть собаки, когда долго нет снега, когда снег первый выпадает, и собака выходит на улицу, она ведет себя как бешеная. Она радуется этому снегу. Вот до тех пор типа продолжается, считается депрессия. На самом деле рецепт от депрессии очень простой. Но надо просто не сопротивляться, отдаться этой депрессии на 100%. Пусть она поглотит вас полностью, с ног до головы, без остатка. Просто лежите, кайфуйте на диванчике, сварите себе свинину, закажите роллы, выпейте хорошего винца, посмотрите классный сериал, свой любимый, позвоните там своим близким людям самым. И все у вас как рукой снимет. Уверен.